Благодарю вас, господин председатель. Господин председатель, мы уже находились в этом зале и говорили, что больно то, что происходит в Сирии, больно то, что в Йемене, больно то, что в Южном Судане, больно там, где гражданское население подвержено ужасам войны. В этом же самом зале, господин председатель, мы говорили, что больно осознавать и то, что пока мы выступаем здесь, на местах по-прежнему падают бомбы на гражданское население, на больницы, на школы. Также в этом самом зале, господин председатель, мы говорили и о том, что происходящее в Алеппо, вне сомнений, это настоящая кровавая расправа. Если сегодня что-то и важно, так это прекращение огня, остановить бомбардировку, остановить кровавую расправу. Позвольте мне также, господин председатель, сказать следующее. Дети, которых извлекли из-под руин в Алеппо, это не террористы. Старики, которые оказались под разрушенными домами в Алеппо, тоже не террористы. Больные, которые оказались погреблены в разрушенных больницах в Алеппо, не террористы. Дети, которые оказались в разрушенных от бомбардировки школах, тоже не террористы. Что касается проекта, который был распространен по силам С-2016-847, моя делегация воздержалась по процедурным причинам, а также по вопросам существа. Процедура. Потому что эта резолюция была представлена вчера в 18.00 и не для обсуждения, а для того, чтобы принять ее целиком или не принимать на переговоры, она не выносилась. Кроме того, если быстро прочитать текст, мы видим, что в резолюции говорится о двустороннем соглашении, а Совет Безопасности не знает об этом, не было и оснований для того, чтобы об этом знать, а мы также все еще и знаем, что по этому соглашению есть серьезные разногласия между теми членами, которые в свое время его подписали, и у Совета Безопасности нет полномочий вмешиваться в этот вопрос. В таких обстоятельствах, господин председатель, проект не включает в себя основополагающий важный на сегодня момент, а именно прекратить бомбардировки в Алеппо. Это по существу. Моя делегация привержена продолжить работу в Совете Безопасности для того, чтобы запустить процесс переговоров, который, в свою очередь, внес бы вклад в то, чтобы эту ситуацию направить в русло улучшения обстановки. Благодарю вас. Я благодарю представителя Уругвая.